Так, начали с красивого кадра. Луна садится за горизонт 5 июля 2020 года. 3:13 по Киеву. 3:13 по Киеву. И у нас сегодня аппарат планеты. Вот у нас Луна. Которая, конечно, не планета, но спутник планеты точно. Резкость словить, наверное, без толку уже. Поскольку уже Луна опускается близко к горизонту, то есть через плотные слои атмосферы мы на нее смотрим. Это что у нас есть тут за красота? Вот у нас сразу Сатурн и Юпитер. Слева вверху Сатурн, внизу Юпитер. А вот так вот тут вместе с Луной мы их видим. Да, так вот. Вот у нас Юпитер. Луна была. Юпитер. Сатурн. Давай сейчас просто приближу, чтобы было видно. Ну, видно, да, что кольца Сатурна. Пока без резкости, просто для фиксации положения планет. Это Юпитер. А вот это вот его спутнички внизу, справа Ганимед. Дальше идет Европа, дальше еще Ио. И где Каллисто? Вон Каллисто. Вот он, в центре кадра. В центре кадра, в центре кадра. Так, фиксируем дальше. Луна есть, Юпитер есть. Сатурн, вот он. Поехали дальше. Сейчас будем целиться, пытаться попасть в Марс. Упс, вон он, узрел. Так, до Юпитера у нас было... Ну, то есть есть сейчас 620 миллионов километров, до Сатурна 1,350 миллиарда миллионов километров, до Марса вот этого вот 118 километров, миллионов, конечно. Вот этого вот Марса, не путаясь с другим. Так, ну и что у нас? Ну и на востоке у нас, вот это у нас красивейшее просто небо. Просто какой-то запредельной красоты. Жмаканное одеяло. А под ним встает Венера. Красавица. Сейчас. Ищем резкость. Но, к сожалению, так как низко над горизонтом, пока только так. Через все эти огромное количество грязного земного воздуха. Вот она встает, Венера. До нее 61 миллион километров. Парад планет. Сбылась мечта идиота, что называется. Надо
кататься. Мне просто небо надо сейчас пофотографировать. Просто ребра какие-то. Дюны наоборот. Пустыня, перевернутая вверх ногами. Картинки апокалиптические. Ладушки. Ух ты, господи, что это там такое? Смотрим мы сейчас, там невозможно пройти против меня. Итак, раз. Венера. Два. Марс. Там еще между ними был Уран, но, конечно, его увидеть нет никаких шансов. Раз, два. Где Сатурн? Это что ж такое? Вот Луна, вот Юпитер. Вот он. Что же все такие стеснительные? Прячутся из кадра, убегают. Сейчас попробую резкость. Ну тоже уже опускается за горизонт, какая уже тут резкость, тут все. За слоями атмосферы спрятано. Ну, видно, что кольца есть. Ладушки. Хотя бы так. Пошли. Еще раз посчитаем Галилеевы спутники. Будем считать, что отчет о проделанной работе. Завершен. Так, я тебя оставлю. О, что-то попало в кадр. Вот, прекрасно. Это значит, Ганимед у нас сейчас будет нырять в правый нижний угол экрана. Нырнул. Появился Юпитер. Появился спутник Европы. Появился спутник Ио, как исполняющий обязанности спутника, наверное, Ио. И сейчас гораздо дальше будет Каллисто. Мы его можем устать ждать. Наверное, даже и не будем. Сейчас я уменьшу масштаб. И он сам собой появится. О, бледная поганка. Очепенец все время далеко куда-то уходит. Так, ну и вот у нас красота какая.
Красота, еще та красота. Луна уходит в подсолнухе. Ладушки. Сейчас будем по другим настройкам снимать, фотографировать. А, сейчас будет у нас МКС сейчас пролетать мимо Венеры как раз. 33 минуты через 10 минут. Чудненько, будем готовиться. Поснимаем на фоне Венеры. Сегодня поснимал на фоне Марса, как Крю Драгон пролетел, спутничек. Будет у нас еще МКС.